Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве у MIDI GF1 узнать свой номер IMEI и серийный номер телефона. Первый способ – это открываем приложение телефона, открываем на нем клавиатуру и вписываем секретный код звездочка решетка 06 решетка. Видим наш IMEI1, IMEI2, также MIID. И второй способ – это открываем настройки, переходим в раздел «Система», затем «О телефоне». Здесь находим IMEI-код 1, IMEI-код 2 и в разделе «Модели оборудования» видим наш серийный номер. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!